это работа палкой на баллоне. Еще раз обращаю ваше внимание, да, палка, что значит? Взял я правша, у меня левая рука, колени прямые, вот у меня палка несколько сантиметров не достает до пола. Движение я встаю, выталкиваюсь коленями, толкаю обе ноги, встаю на носки и опускаю палку на баллон. Расстояние до баллона, вот чтобы где-то палка посередине падала на баллон. Нету баллона, нету железной палки. Взяли деревянную швабру, просто по воздуху пытаемся, это подушку поставил. И уже на подушке тоже как вариант ее нарабатывать. Самый основной момент, выталкиваемся ногами вверх. Сбрасывается. Обе руки над головой. Время. Вот ваша основная, работаем, поехали. Ваша основная задача какая? Поднимаюсь, опускаю. Падают ноги. Первые падают ноги, господа. Падают ноги. Падают ноги, падает палка. То есть передача массы инерции от ног через плечи, через группировку осуществляется именно выталкивание вашей массы. Не садимся на колени, а именно встаем, прямые колени, чтобы они были прямые. Вы как падаете, ваша масса. Переворачиваю. Первые ноги и палка. Руку не меняй, не надо перехватывать. Выпрямляю руки, обе руки над головой, без прогиба, ребят. Начнете прогибаться, вас начнет терять равновесие. Инерция, вот у моя палка, это весит где-то 4,5 килограмма. Ну, за что, гриф 10-килограммовый вот пополам разрезали. Получилась прекрасная палочка, да. И еще раз говорю, не меняется положение. Используя инерцию, палка падает обеими ногами. Сохраняете равновесие, мышцы кора тоже прилично работают. Переход. Вот ваша группировка вниз. Смотрите, у меня сброс плечей произошел, потому что ноги ударились. Используй момент отскока палки. Выдох. И еще раз. Вот здесь опять выдох, ребята. Вы пытаетесь бить на выдохе. То есть начинаете вдох, вниз палка пошла. Вниз. Момент поймать. Вдоха, вот этого выдоха, выдыхания, использования инерции, использования массы. Это есть энергия ваше тело. Дышать. Очень полноценный вдох, полноценный выдох. Конечно же, идет ускорение в конце. Ускоряемся. Вдох, выдох. На выдохе. Вы бьете на выдохе. Не удар с выдохом, не вот это движение. А я выдыхаю и бью. Я выдыхаю, я уже до удара начал выдыхать, выдувать. Совершенно другое действие. Попробуйте. 30 секунд осталось. Отлично, дорабатываем. Дорабатываем. Молодцы. И вот 10 секунд будет, когда будет сигнал 10 секунд, можно ускориться. Ускоряйтесь в какой момент. У вас здесь тормозим палку. Быстрее, поймать. Взрыв пошел 10 секунд, как можно сильнее ударить. Тормозим и тут же переводим ее. 5 секунд. Прекрасно. Время. Отлично сделали, молодцы. Хороший вдох, хороший выдох. Потянуться, положить, расслабиться. Да.